Вот у нас жираф. Это тебе, сынок. Иди и возьми у него ключи. Возьми ключи. Возьми. Возьми. Вот так? Да. Ну, если вы надумаете, вот мой телефон. Это мой, ну, личный номер. Правда. Я одна из них. До свидания. Я сама не знаю. Совсем в этом не Клуб Коко Бонго. Самый модный ночной клуб. Допускаются только сливки общества. Как же мы пройдем? Шутишь? Положись на меня. Будь спокоен. Мы с тобой сказочно развлечемся. Берт, что это за штуковина? Не знаю, но 7 на 7 потянет. Повезло, что мы вовремя спохватились, а то бы не миновать беды. Цена будет. Ирф, подгони прокатную. Итак, плясун. Я хочу знать, где мои деньги, Маска. Ты прав, как никогда, Кэллоуэй. Только это не мой парень. Если бы ты занялся нормальным сыском... Но с детекторами движения будет морока. Слушай, о чем ты говоришь? Но у меня один вопрос. Что на это скажет Нико? Его епархия везде. Он тебя имеет, этот клуб имеет. Ипкис, вы представляете себе, который час? Мой новый ковер! Так, это будет вычтено из вашего залога, Ипкис. Знаете, миссис Пинман... Что? Вот и вы, Ипкис, сплошное ничего. Вызови своего дорогого адвоката, Тайрелл. Мы с тобой прогуляемся в участок. Ипкис. Возьмите досье банковских служащих и проверьте отпечатки Ипкиса, Стэнли Ипкиса. Стэнли, это замечательно. Вот какая штука. Эми Ясбек. Приехала моя лучшая подруга, и ужасно захочется пойти. Может, достанем еще один билет? Билетов нет. Ричард, Дженни. Не бросать же ее одну дома. Стэнли, как мы... Стэнли, какой ты милый. Да. А тебе, сынок? Догадайся сам. Скандинавия. Возможно, изображение одного из ночных богов. Скандинавский бог зла. Согласно сказаниям, он навлек столько бед, что Один... Моя книга о масках-метафорах. Метафору не надо воспринимать буквально. У вас легкое расстройство сознания. Если бы вы перестали разглядывать девиц в газете, вы смогли бы немного поработать. Сэр, она его потенциальная клиентка. В самом деле. В следующий раз, когда она придет, направьте ее ко мне. Когда я слышу подобное, я не могу сосредоточиться. Черт знает куда. И ты можешь так улететь. Удар на 205 ярдов. Ты надоел мне, Дориан, но я дам тебе шанс. Кто это был? Я. Кто? Он. Он. Вот этот. Клуб закрыт, выходите. Думаете, я шучу? Мочите. Стреляйте. Спасибо. Держи меня, Ред. В глаза. Скажи тете Эмми, чтобы отпустила собачку. Стреляйте, стреляйте! Я промахнулся. Come on. Ладно, мы все промахнулись. Собака!
Мэр Тилтон, вы видели эту собаку? Оставьте собаку в покое. И завтра с утра жду вас у себя в кабинете. Слушаю, сэр. Что-то это не к добру. Да, не к добру. А ты на что рассчитывал? Позавтракать. Заткнись.